Всем привет, с вами Камицукун. Давайте представим, что находясь в своем теле, мы можем отмотать свою жизнь назад или вперед по принципу кинопленки. И у нас есть два варианта. Первый – форматирование. Возвращая себя в прошлое, вы скидываете весь сегодняшний опыт и возвращаетесь в исходное состояние, аналогичное тому периоду жизни, в который вы вернулись. Вариант второй. Еще один шанс. Весь опыт, накопленный за сегодняшний день, вы переносите в себя самого в прошлом. Это значительно повышает шансы исправить свои ошибки и кардинально поменять свою жизнь. А что думаете вы? Какой вариант вы бы выбрали? Делитесь своим мнением в комментариях. А также подписывайтесь, жмите лайки, приходите на стримы по вторникам и пятницам, и следите за новостями и артами в ВК, Твиттере, Инстаграме. До новых встреч!